порывистый в сторону ворот Беду. Стало быть, во втором тайме Севилья будет играть по ветру. Это тоже нюанс, который может найти отражение в ходе матча. Адриано. Здорово сыграл Адриано. Месси мяч подхватил дальше на Педро. И атака Барселоны на скорости. Месси! Голосо Лионель Месси! 132 дня как не бывало. Редкий случай для Барселоны, когда она может играть вот так вот на контратаках против команды, которая играет против нее смело и даже где-то немножечко авантюрно. Смотрите, как здорово здесь на пространстве разобрались. И Адриано, ключевой момент, это, конечно же, Адриано, опередивший соперника и отрезавший его от обороны. Затем передача Педро на Лионеля Месси. Тот вторым касанием первым подработал, а вторым пробил, упаковав мяч, как хороший бильярдист. Лионель Месси в угол. Голкипера Бету. 2-1. Барселона. Ну, удар шикарный, удар не берущийся. И посмотрите, радость Херарда Мартина и запасных помощников аргентинского наставника. 2-1. А Барса выигрывает тайм, который прошел не с ее преимуществом. Ох, какие условия.